В Ненецком округе усилен контроль по соблюдению эпидемиологических требований, в частности, по дезинфекции общественного транспорта. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Ежедневно после смены автобусы моют снаружи и обрабатывают дезинфицирующим средством внутри. Всего на процедуру уходит около 20 минут. Первое, протираю в основном стекла, вот. Пыль убираю, поручни протираю дезинфицирующим средством, потом, ну и в основном это, что где-то пятна, грязь убираем. Без внимания не остается даже маленькая деталь. Обработка происходит тщательно, там, без исключения. Вот, мы понимаем, что все-таки случаев много достаточно заражения коронавирусной инфекцией, поэтому особое внимание мы уделяем обработке, особенно тем поверхностям, которым соприкасаются пассажиры. Поручни, спинки. Каждый сотрудник обеспечен индивидуальными средствами защиты. К слову, на предприятии ответственно относятся к соблюдению эпидемиологических мер. Как только появилась информация, что началась новая коронавирусная инфекция, мы, соответственно, перешли на ежедневную обработку транспортных средств. Вот. Не останавливались, в принципе, ни на минуту. Даже когда были периоды там, послабления, да, уменьшения количества заболеваний, вот, мы продолжали также тщательно обрабатывать. Кроме того, перед каждым рейсом кондукторы и водители проходят медосмотр и получают одноразовые маски и перчатки. Также повторная термометрия происходит непосредственно перед выходом на линию. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».